Авдеева. Ну вот, наконец-то мы находимся у себя дома. И мы сделали арт-студию, которая у нас была на Красном Октябре. И сегодня у нас здесь первый эфир. Я надеюсь, что у нас все пройдет удачно, что технически никаких накладок не будет, что где-нибудь за стенкой у нас не упадет декорация, и Паша Лобков не начнет проверять свой голос, и мы запишем без помех эту программу. У меня сегодня в гостях Чулпан Хаматова, актриса, народная артистка России. Улыбайся. Здравствуйте. И звезда рассвета. Вы уже многие, наверное, знаете, почему звезда рассвета, потому что Чулпан с татарского. Да. Это «Звезда расцвета». Я сегодня это прочитала, когда мне ужасно это понравилось, потому что это очень-очень красиво. Чулпан, я сегодня хочу с тобой прежде всего поговорить про фонд. Почему? Потому что, с одной стороны, ты прекрасная актриса, и что говорит про актрису? Вот есть кино, есть театр, и ты приходишь и получаешь удовольствие. А то, чем ты занимаешься последние там, 8 или 9 не знаю уже сколько, 10 лет. Это важно не только для того сегмента, в котором ты это делаешь, это помощь больным, онкобольным там, детям, ну и там, с расширенной картой. Это еще очень важно для того, что благотворительность и вообще деятельность благотворительных фондов и таких энтузиастов-волонтеров за последние несколько лет стала действительно нужной и популярной. Начну просто вот прямо со статистики, чтобы, опять же, осознать и самой, и зрителям дать возможность осознать просто масштаб того, что вы делаете. Сколько денег в год сейчас собирает там фонд? Можешь подглядывать? Не, ну это, слушай, у вас уже большие цифры. Ну, во-первых, я хочу, мне все время как очень все сковывается внутри, когда мне говорят, ты сделала, ты продвинула. Это, конечно, не я. И я бы ничего не делала и не двигала, если бы у нас не было людей, которые правда могут помочь детям. Это прежде всего врачи. Ну, если бы вот так вот случилось, что вот из ниоткуда бы фонд не возник. Это огромное счастье, что вся наша команда фонда «Подари жизнь», она знает, кому она помогает, и понимает, что она помогает эффективно, а не просто собирает деньги и не просто закупает лекарства. Ну и, конечно же, это вся команда «Подари жизнь». Потому что каждый раз, когда я слышу, вот ты такая молодец, я понимаю, что никакая не ты молодец, это потому что у меня всегда есть на кого опереться, и всегда есть люди, которые меня двигают вперед, вперед, немножко вперед, и я даже иногда этого сама не замечаю. Что касается сборов, я недавно вспоминала вообще, как это все было в самом начале и куда мы вырулили. Да, куда вырулили. Да, в прошлом году, в 2014 году, мы собрали 1 800 000 там с чем-то. Я не буду даже посматривать, потому что я примерно эту сумму помню. Нет. 1 200 000 000. Вот. Так бывает? Да. Да, бывает. Бывает. За год. Это безумно огромные деньги, да, для любого человека, который меня сейчас услышит. Но онкология – это такая болезнь, которая на сегодняшний день считается самой дорогостоящей. Потому что она сопряжена мало того, что с самим раком, еще с бесконечными осложнениями всего организма, который начинает отвечать на эту сложнейшую терапию. Поэтому, в общем, это большие деньги, но, тем не менее, нам каждый день они нужны. И все эти огромные суммы, они складываются из небольших пожертвований вот неравнодушных людей. Расскажи об этом, потому что, опять же, за вот эти 10 лет ситуация кардинально изменилась, потому что первые благотворители, условно, такие меценаты, в основном были, в общем-то, богатые люди, для которых разные, у которых разные были мотивы вот этой помощи, но не важно, какие они были, важно, что они это делали. Я так понимаю, что сейчас ситуация кардинально другая, что вы научились, вот одни из немногих, из первых, кто научились собирать условно там по рублю с миллиона, да? Как сказал господин Киселев, мы обкрадываем
бедное население. Давай не будем вообще вспоминать такие фамилии здесь. Я с не хочу, это просто вообще... Вот, нет, вот расскажи, во-первых, вы правда же это научились делать. Вот как вы это было основополагающим... Это была задача с самого начала, да. И вы к этому там планомерно шли. Угу. Это было основополагающим условием. Первое, прозрачный фонд, абсолютно прозрачный, вот в прямом смысле этого слова. И второе, технология помощи, чтобы человеку было удобно помогать. Если в нем есть такие позывы, если он понимает, что он очень хочет помочь именно вот этому ребенку, то эти позывы надо уметь подлавливать. Не... То есть упростить ему жизнь, входа. Да, вот да, технологии помощи. Да. И сначала, когда мы начинали, нужно было идти в Сбербанк или там... в любой другой банк, долго-долго заполнять платежки, вписывать крестики, нолики и так далее, и так далее. Первым нашим прорывом, первой нашей победой было то, что появились заполненные платежки, уже заполненные, человеку оставалось только расписаться и предъявить паспорт и сумму. И это была огромная победа. Вторая такая же победа была... что стало возможным перечислять на благотворительность с кредитной карты. Раньше этого тоже нельзя было делать. Mm-hmm. И сегодня, когда технологии уже шагнули mm-hmm. так yeah. далеко вперед, и в эту же самую секунду, когда у тебя в твоей душе находит отражение тот или иной ребенок, или тот или иной сюжет, или ты просто вспоминаешь, тебе достаточно взять телефон, набрать короткий номер, и деньги уже поступают туда. Или там подвязать на... Вот какие еще простые способы есть? Подвязать на сайте «Подари жизнь» свою электронную карту, свою кредитную карту. И каждый месяц будет какая-то, да, любая сумма, маленькая, большая, самая любая, но она будет постоянно. Для нас это очень важно. Для нас очень важно, чтобы была такая ответная реакция, связь между нами и жертвователями, чтобы они знали, что мы от них зависим, что от них зависит... дети, чтобы они нас присвоили в свои сердца. Скажи, вот чтобы чувствовали ответственность. Вот в этой сумме, да, которую собрали в прошлом году, какой процент вот этих мелких, так называемых, платежей? То есть он уже перевалил там за какие-то 50%? Потому что все равно же наверняка есть целевая какая-то помощь, она как бы осталась. Но вот сколько... Я не знаю, может быть, у меня устаревшая информация... А в 2014 году был уже кризис? Ну, он у нас такой, как это, перманентный. Перманентный. Ну, скажем так, да. Раньше это было так. Одна треть это такие серьезные, большие игроки. Благотворители, компании, которые люди. Вот прям... Нет, не компании, именно прям люди. Конкретные mm-hmm. люди, да. Которые могут раз и купить оборудование за 9 миллионов евро, mm-hmm. например. Mm-hmm. Одна треть – это как раз юридические лица, то есть компании, mm-hmm. у которых в бюджеты вписаны траты mm-hmm. на благотворительность. И одна треть из этого 1 200 000 000 – это вот эти вот частные пожертвования. Это очень много. Yeah, это правда очень да. много, если мы говорим про такие. И нам нужно еще больше, потому что все-таки в преддверии тяжелых времен очень многие компании урезают свои благотворительные бюджеты, поэтому... И с учетом падения конечно, рубля, да. Да, нам, в общем, нам нужно сейчас собирать там, в два раза больше. А так как зрители будут сейчас видеть строчку внизу с номером, собственно, коротким номером, угу. ты можешь его в эфире тоже озвучить, сказать, обратиться. Давай, обращайся. 6162, короткий номер. Я бы вас попросила еще дописать слово «месяц», потому что тогда ежемесячно с вашего телефона будет, например, перечисляться 100 рублей в фонд «Подари жизнь». Но если вам не хочется, то можно и сейчас. Вот прямо сейчас, сразу, вот сию секунду. 6162, сумма пожертвований, и все. По-моему, очень легко. Да, очень здорово, что сейчас появились эти действительно способы, технологии, они упростили жизнь вот этим дарителям, жертвователям. Да, в мировой практике их вообще стало так много, и они... ну, такие талантливые, такие веселые. Например, есть будильник, который ты подвязываешь к карте и к благотворительной да. организации. И если ты хочешь
поспать немножко дольше, а не встать вовремя, когда я тебе звоню. То есть ты должен тебе автоматически за каждую минуту списывать с карты деньги на благотворительность. А вы будете сюда интегрировать какие-то такие фишки? Мы хотим, но... Ну, это хорошая история. Да, но... Нет, это надо делать. Пока это не очень все так легко и просто. Смотри, уже 4 года работает ваш чудесный онкоцентр. Ну, он как сложно называется, да? Можно же его назвать, да? Федеральный научно-клинический центр онкологии, гематологии, иммунологии имени Дмитрия Аргачева. Когда вы его открывали, вы говорили, что планируется в год делать до 300 операций. Сколько реально сейчас делается операций? Ой, это я не знаю. Не знаешь. Единовременно там лечится 500 детей. Насколько центр решает вообще эту проблему? Никак. Он решает, конечно же, но недостаточно. Сколько таких должно быть? Недостаточно. Сколько, я не знаю, на России надо? Сколько операций в год должно быть? Там делают не только операции, там еще лечат. По трансплантациям, конечно, хотелось бы, чтобы в каждом большом городе-миллионнике был не такого уровня, там, без научной работы, но такие серьезные приспособленные центры и делались бы трансплантации. Светлана, как решается сейчас проблема? Есть центр, который вмещает одномоментно 500 человек, детей. Понятно, что этого недостаточно. Есть ли еще и сколько там центров хотя бы близко там, похожих? И что происходит с теми тяжелыми ситуациями, когда в городе нету, когда в центр в Москве занят? Что делать с родителями? Питер и Москва, да. Если родители обращаются в фонд «Подари жизнь», собирается консилиум врачей или... как он у нас называется, экспертный совет, в который входят врачи из разных клиник. И если правда, у ребенка есть шанс, ребенка можно вылечить, но нет возможности, вот, допустим, просто нет мест на сегодняшний день вылечить его в России, то ребенка отправляют за границу. Если он не обращается в фонд «Подари жизнь»? Если он не обращается в фонд «Подари жизнь»... Существует ли какая-то, не знаю, госпрограмма, куда ты должен подать заявку, встать в очередь? Встать в очередь, наверное, существует. Я, честно говоря, не очень в теме. Боюсь, что встать в очередь для таких детей не выход из положения, потому что иногда... Нет времени. Да, это вопрос месяцев, а иногда и дней. Поэтому мы... Что на сегодняшний день происходит? Я сейчас говорю не то, что я сама додумалась, до чего я сама додумалась, а то, что я слышу от врачей и пытаюсь это правильно сейчас артикулировать и озвучивать. Питер и Москва, и вся остальная страна. И очень часто на местах ставят неточный диагноз. Очень часто. То есть часто плюс слово «очень». И начинает ребенка лечить. И в Москву или в Петербург он уже приезжает неправильно залеченный, перелеченный в каких-то совершенно уже неподъемных стадиях. И очень часто бывает так, что ребенок просто приезжает умирать. И его невозможно спасти, но только лишь потому, что его когда-то там где-то неправильно диагностировали. Поэтому сейчас... у фонда совместно с врачами такая огромная программа. Я надеюсь, что она пока не очень легко скользит и двигается, но я надеюсь, что со временем все-таки это произойдет, чтобы у этих детей была возможность диагностики в Москве. То есть пробирка с кровью присылается скоростной почтой в лаборатории. А почта уже такая есть? Да, конечно, есть. Все. В Москву и в Петербург. Угу. То есть для этого нам нужны просто люди, врачи на местах, желающие включиться в эту программу, и люди, которые бы координировали для того, чтобы уменьшить вот этот вот риск неправильных диагнозов, и чтобы дети могли лечиться на местах, а тем, которым нужно обязательно сейчас там, трансплантация, сразу бы приезжали, не теряя времени, в большие центры. Вообще государство как-то помогает вот именно в системных таких решениях? То, о чем ты сейчас говоришь, это требует, в общем-то, системного
такого подхода, да, то есть по всем больницам, не знаю, рассылается эта информация, пробирки, и спускается это сверху, что врач, у тебя есть такая возможность. Или фонд в данном случае сам, ну, это, не была, знаю, это была инициатива, да, врачей, но... который поддержал фонд. Я про Минздрав ничего не могу сказать, потому что я с ними никак не связана. Может быть, кто-то помогает. Просто не слышала, а может быть и нет. Потому что, конечно, во всем этом важна еще некая системность. Да? То, что вы делаете сами внутри ваших инициатив, это все очень круто. Мы работаем с системой. Вы же пытаетесь. Нас очень часто упрекают в том, что мы подменяем собой государство, и тем самым государство ничего не делает, но это так. Мы стараемся менять законодательство. То есть, в любом случае, эта работа тоже же идет, правильно? Вы же пытаетесь. Да, и очень часто государство идет навстречу. И вот расскажи мне, пожалуйста, что последнее вообще время происходит с как раз законодательством в отношении благотворительных фондов и благотворителей? Вот что-то за это время произошло? Сдвинулось, изменилось, стало лучше, хуже? Лучше, конечно. И, конечно, сдвинулось. Но говорить о том, что намного лучше, пожалуй, нет. Пожалуй, нет. Потому что все эти льготы, которые были в 90-х годах, все они использовались совершенно не по назначению, не теми людьми, и никто этим не занимался. И, собственно, за время этих льгот так прекрасно дискредитировалось само понятие благотворительности. В силу этого, конечно же, у всех принимающих закон людей выработался абсолютно иммунитет и страх, и боязнь опять возвращаться вот в то разгуляя пространство, учитывая то, что на сегодняшний день все-таки нет никакого единого кодекса чести для всех благотворительных фондов. Каждый благотворительный фонд, в принципе, по-своему понимает. Да, да, по-своему трактует помощь. И, там, мы говорим, что да, только прозрачностью мы сможем обратно вернуть доверие и отчетностью, и обратной связью. Кто-то и не собирается этого делать, кто-то не собирается этого делать и при этом вообще не отчитывается, а кто-то не собирается этого делать, потому что, может быть, там людей не хватает. Мне в свое время Рубен Варданян тоже вот в этой программе рассказал, что когда-то, когда только еще фонд «Подари жизни» тоже создавался, я уже не помню, кому он это предложил, он сказал, что, конечно, все равно вам нужен очень сильный финансовый менеджер, да, который на рынке там стоит дорого. И что, взяв такого человека, я не знаю, там дальше взяли вы или нет, но что очень важен уровень высокой компетенции для того, чтобы построить не просто сделать там семейный фонд, да, там какой-то небольшой, а чтобы это превратилось действительно в очень большую эффективную компанию. И что не надо бояться там тратить деньги на таких дорогих специалистов, потому что это сторится, окупится. Ой, это моя просто лебединая песня. Вот. Как-то по твоей реакции я не поняла, такого не было или это сложно? Потому что если я правильно... Это было немножко наоборот. Да? То есть вы пришли к ним и сказали... Я пришла, я не пришла, я приползла на тот момент, совершенно обессиленная, потому что было столько порывов милосердных, прекрасных, и столько добрых людей вокруг. Но в какой-то момент стало понятно, что все-таки за всем этим должна стоять некая эффективная модель. Ну, там, не бизнеса, по крайней мере, но... Управление. Да, какого-то управления. И я пришла к Рубену вот, собственно, с такими словами, потому что мы не имеем, ну, мы не можем на сегодняшний день представить, что фонд сможет платить зарплату, сможет платить зарплату и вообще это как-то озвучить на весь мир, зарплату вот на сегодняшний день правда эффективного менеджера. Mm-hmm. Пожалуйста. Мы не будем у вас просить деньги на детей, на какие-то программы. Вот, оплатите нам, да, зарплату. Вот возьмите, вот найдите нам такого человека сами, потому что мы в этом ничего не понимали. И пожалуйста, возьмите его на зарплату. Да, он это сделал с тех самых пор. Это было не очень просто, и в фонде было не очень просто, и там в соседских огородах других фондов тоже так как-то было непросто, потому что это вроде бы все добрые люди, какой-то бизнес, какие-то управления, какие-то жесткие. Вот, так у нас появился
любимый, дорогой, прекрасный директор, который сразу наладил работу, совершенно это все пошло по-другому. Он сразу сказал, я не буду знакомиться с детьми, с родителями. Да, то есть я отвечаю Я вот отвечаю за эффективные сборы и эффективные траты. Ну, то есть, соответственно, эти вложения купили себя. И да. Да, на сегодняшний день, конечно, ситуация с тем, что в благотворительных фондах должна быть очень достойная зарплата. Я так считаю, я в этом уверена, пока никто, ну, вернее, очень малое количество людей, и работающих в фонде, и там, людей, которые как-то вокруг благотворительности, со мной не согласны, но я надеюсь, что все-таки наступят такие времена, потому что я считаю, что люди, которые работают буквально по 24 в сутки на износ эмоционально, при этом они собирают чужие деньги и тратят чужие деньги, это должны быть лучшие из лучших профессионалы. А лучшие из лучших должны получать достойную зарплату. А ты что-то слышала про фонд фондов, который как раз Рубен, там, Гор, они хотели сделать, который был, взял бы на себя бэк-офис для, скажем так, небольших благотворительных фондов? Ты как-то, я не знаю, была в качестве эксперта в этом смысле. Сделали они в итоге или нет? Потому что когда мы встречались, это было, наверное, уже больше, чем полгода назад, тогда это еще не было запущено. Это пошло, он есть, это правильное решение для небольших фондов. Я так понимаю, что для вас уже это не нужно, потому что у вас есть своя сильная менеджерская команда. Да, да, было несколько сессий, мы все собирались, и такой был штурм. Я впервые была на таких мероприятиях, когда ты целый день подряд, разбиваясь на группы, штурмуешь одну тему и разбираешь ее по полочкам. Нет, он еще не создался. На мой взгляд, это прекрасная идея. Именно для вот таких как-то, такое есть модное слово современных стартапов. Это, ну, да, не только стартапов, или просто небольших фондов, которые небольших не могут фондов, себе позволить как раз... Да, которые бы как раз минимизировали расходы на юристов, и на аудиты и так далее. А у нас же еще нет, у нас нет ни одного заведения в стране, которое бы готовил, правда, менеджеров некоммерческих организаций. Не, нет, ну, в принципе. Не готовят и менеджеров телевизионных отдельно тоже. Знаешь? А, да? Всему в процессе учатся. Да. Ну, это страшно. Мы умеем быстро все учиться. Помимо вот этого вашего центра, я так понимаю, еще очень важная часть, собственно, ну, поведению больного – это хосписы и реабилитационные центры. Вот как сейчас это тоже? И вы каким-то образом направляете тоже туда деньги на развитие этого? Или все-таки вы занимаетесь вот как-то узкой своей частью? Значит, на сегодняшний день, сколько лет назад, по-моему, год, полтора, произошло историческое событие. Город Москва выделил землю под строительство детского хосписа. Пока строительство не началось. Да, вот это все мы помним. Это не наша вина. Мы сделали все возможное. У нас есть проект. У нас и у фонда «Вера». Мы зарегистрировали, не хочется таким казенным языком говорить, но тем не менее появилась наша совместная организация «Мама фонд «Вера», папа фонд «Подари жизнь» или наоборот, дочерняя организация «Фонд «Подари веру», который будет курировать именно детский хоспис. У нас есть деньги на строительство, у нас есть строительная компания, которая будет этот строить, у нас есть проект, у нас есть, в общем-то, уже достаточное количество врачей, которые войдут туда, но пока... А почему? Как все в нашей стране. Ну что? Очень сложно согласовывать бумаги. Это бумаги на уровне московского правительства или федерального? Это все, это Москва. Да, то есть Москва деньги дала? Да. В смысле, не деньги, а землю дала? Да, и... да. Но я очень надеюсь, что... Давай обращаться вот... сейчас. У нас скоро будет встреча с мэром города Собяниным, и я надеюсь, что мы как-то сделаем так, что... Просто, да, два года... это сдвинется. Нет, там, естественно, идут какие-то переговоры, но, памятуя, как строилась клиника Дмитрия Ргачева, это просто все... заключения и договоренности, и подписи. И там. Сейчас пока ненадолго все уперлось в теплосети. Вот как только теплосети двинутся, дальше мы сможем опять двинуться на шаг вперед. Но что самое важное, что
важнее даже, наверное, самого здания, это паллиативная помощь дома. То есть это будет целая выездная служба. Да, все, ребенок будет дома, и к нему домой будут приезжать врачи и делать так, чтобы он не страдал. Потому что никакой хоспис не заменит. Да, но без хосписа это невозможно тоже запускать как программу. То есть, окей, если нет, она работает, но, да, но она как бы не централизована не так. И потом бывают сложные случаи, когда, правда, нужно привести в хоспис, чтобы отдохнули родители. Или, например, там снять какое-то острое... острую ситуацию. Да, острую ситуацию. И вот расскажи мне еще, пожалуйста, про центр реабилитации, который, вот, опять же, я понимаю, во Владимирской области был сделан. Шеридар. Да. И я просто читала в интервью с каким-то восторгом об этом говоришь. Скажи, он, опять же, он один этот центр или будет еще развиваться? Я так понимаю, вы к нему не имеете никакого прямого отношения, это делают какие-то уже энтузиасты? Да, это делает прекрасный человек Михаил Бондарев. И они уже абсолютно самодостаточные, самостоятельные. Но вы сотрудничаете, понимаешь? То есть вы мы сейчас детей... уже мы не... а своих детей вы... Да, да, наши дети... Но в этом как бы нет сотрудничества. Я имею в виду бизнес-сотрудничество. Понятно. То есть у нас не общий проект. Они финансируют, они тянут все это на себя. Они с нас сняли эту тяжелейшую ношу и все взвалили на себя. Это очень важно. Невероятно важно. Сейчас наши дети реабилитируются и в Шеридаре, и за границей, и в Германии, и в Ирландии. И возвращаются оттуда, правда, другими людьми. Вот, Но у нас есть, прости, пожалуйста, у нас есть тоже несколько таких реабилитационных программ, не серьезных таких проектов, mm-hmm. как Шеридар. Например, «Счастье, радость и гордость нашего фонда» — это «Игры победителей», куда слетаются дети из многих стран мира. В прошлом году было 500 человек из 12 стран. Они 3 дня проводят в Москве, общаются. Это дети, которые болели раком, которые выздоровели, либо те дети, которые находятся в ремиссии. Очень многие из них возвращаются уже волонтерами на эти игры. И это важный для нас проект, очень любимый для нас проект, потому что это на самом деле такой большой восклицательный знак. Громкий, яркий и жизнеутверждающий. Это правда такое невероятное доказательство победы, смысла, наверное, ради чего мы все это делаем, и жизни. Тюплан, вот у меня вопрос, который меня как бы беспокоит уже много лет, с того момента, как я сама лично как-то включилась в тоже какую-то благотворительную деятельность, но что для меня? У меня нету моральных сил встречаться с детьми и физически присутствовать так или иначе вот в работе фонда. Поэтому для меня, как для многих, наверное, дарителей, там, возможность перечислить, помочь, там, как-то посодействовать своими средствами, массовой информацией поддержать, да, насколько это возможно. Но я не впускаю в себя эту боль, которую мы видим. И я, конечно, иногда стыжусь этого, потому что, глядя на там, своих знакомых, своих друзей, которые не боятся и это делают, они вызывают там восхищение, уважение. Но я сама как-то с собой договорилась. Ну, я сказала, наверное, это там не мое, потому что я вообще не представляю, как это все видя, пропускать через себя. Как тебе удается вообще это выдерживать? Ну, во-первых, чувство вины здесь вообще не должно присутствовать. Каждый устроен по-разному. А есть люди, например, наоборот, которые очень любят, то есть они испытывают какое-то нездоровое при этом состояние, когда начинают понимать, что тогда это все превращается в богадельню в плохом смысле слова. Я этого тоже очень не люблю. Гиперсентиментализм. Я думаю, каждый должен
помогать вот в меру собственного мировоззрения, в меру собственных сил и представлений об этой помощи. Что касается меня, я сейчас очень-очень редко прихожу в больницу. Я прихожу в больницу только в экстренных случаях, когда, правда, вот там ребенок хочет со мной увидеться, именно со мной, и врачи понимают, что там, и как эта встреча как-то его стимулирует на дальнейшую борьбу с болезнью. Я уверена, что если вот тебе сказали бы, Наташа... Наверное, я бы, конечно, пошла. Да, вот... Наташа, вот такое вот, ну вот там, единожды. У меня это вот на сегодняшний день... Все остальное время я вижу детей на выставке рисунка детского, где они совершенно в другом состоянии, на играх победителей. Там, я общаюсь с волонтерами. Я смотрю поздравления к Новому году. И у меня есть опыт, у меня уже есть знания. Я знаю, что это такое. У меня, может быть, тоже выработалось какое-то более глубокое, мудрое, спокойное понимание этой ситуации. И это в чем... У меня нет страха смерти. У меня есть страх за родителей, которые теряют ребенка. И страх физической боли, которую испытывает ребенок. И вот я должна сделать все возможное, чтобы максимально это... Снять, минимизировать. И как только я ставлю себе такую конкретную задачу, наверное, я не очень сентиментальный человек, но у меня нет вот этой вот жалости какой-то. Потому что, может быть, потому что я знаю, как... Потому что я знаю, что они бойцы. Я это знаю. Просто я знаю, что как только я в своей жизни сталкиваюсь с теми или иными медицинскими процедурами, с, там, связанными... Там, забором ликвера из позвоночника, я в эту секунду я думаю только о том, а как же наши дети с этим справляются. Какие же они великие все люди. Как это вообще можно вот это все прожить каждый день? И вообще, как, причем здесь жалость? Это какое-то другое чувство к ним. Это к жалости не имеет отношения. Но я они даже... настолько сильнее меня, я могу только... не знаю, восторгаться ими и делать все возможное, чтобы дальше они продолжали эту борьбу. Они, правда, воины с мечами, с копьями, в шлемах, как они все это проходят. Скажи, извини, но такое... Отличается бойцовские качества детей и взрослых? Вот ты говоришь, дети, я тоже об этом много слышала, что дети все бойцы. Это как-то... Думаю, что да, наверное, потому что нет и этого еще опыта, нет этого знания. Нет этого задумывания. Совсем другой иммунитет, совсем другая жажда жизни. Смотри, есть ощущение, вот ты уже, мы коснулись, да, что и дети отправляются за границу на реабилитацию, и очень важно образовывать врачей наших. И вообще есть как-то такое понимание, что качество нашей медицины и подготовка врачей во многом очень сильно связано с контактами там, с Западом, да, и это конференции, это обмены, и это, и при том, ну, и как с той стороны, так и с этой стороны, да, потому что наверняка нам есть тоже чего предложить, и очень важно там этим обмениваться. Но за последний вообще год мы наблюдаем, ну, ты видишь, что мы наблюдаем вообще, какое-то совершенно изменение, вообще, куда-то движемся мы не туда, да, и летим куда-то в какую-то другую сторону, понимаешь, и... Насколько вот вы уже это почувствовали или нет, или слава богу, что вот в этой там, не знаю, сфере врачи там, не обращают внимания на санкции, на, там, не знаю, на взаимодействие там, с той или иной страной. То есть вот нет ли опасности, понимаешь, что вот эта пропасть, в которую мы все летим, а мы куда-то летим, да, вдруг вот не в ту сторону, будет бить повод непосредственно тому, чем вы занимаетесь. Вот. Это безусловно, естественно, конечно. Другое дело, куда мы вылетим из этого пике. И в тот момент, когда мы вылетим, все-таки хотелось бы иметь не там, разрушенную систему помощи, а так или иначе работающую. И я не знаю, насколько мы сможем. Я уже говорила, что в сегодняшней ситуации мы
там практически должны в два раза больше собирать денег. Это учитывая и отток капитала, и падение рубля, и все остальное. Если мы выберемся оттуда, я надеюсь, что мы сделаем все возможное, чтобы и врачи, так же, как они делают это сегодня, имели возможность ездить на конференции, имели возможность приглашать нужных, важных, знающих людей в Москву, как чтобы это делалось всегда. Ставить визы, понимаешь, на въезд в Россию, да? Это... Да, я очень надеюсь. Если им не будут разрешать ставить визы, значит, мы пойдем к Лаврову. Но вчера у меня было другое настроение, сегодня у меня настроение такое, что ни в коем случае нельзя опускать руки. 100%. Ни в коем случае нужно просто вот так вот, как наши дети, зажмурившись, двигаться куда-то, но сохранить, улучшить, не знаю, получится ли, но сохранить, или хотя бы с минимальными потерями, то государство в государстве, которое скажи, у нас есть. Как твои вообще сейчас ощущения, вот скажи, от войны, которая на Украине, ну вообще от всего я скажу с ума. Я мне очень стыдно. Вот ты где ищешь эту опору в себе? Вот ты для себя как? Вот, я ищу опору в работе. Ну вот правда. Что я должна это делать, я не могу это бросить, за мной стоит уже какое-то количество людей, сотрудников, аудитория, которая в тебя поверила, понимаешь? Но иногда мне просто... Иногда мне тоже хочется опустить руки и вообще. Я не знаю, где найти опору. Да, конечно, я работаю, конечно, я радуюсь солнцу. Все это так, но в какой-то момент, когда я вдруг опять понимаю реальность, она сводит меня с ума. У меня просто блокируется мозг. Он и так не очень хорошо работает. А в эту секунду мне просто все чернеет в глазах. И я не понимаю, как к этому относиться, кроме... невероятного внутреннего чувства стыда, что я ничего не могу изменить. Я не могу изменить. У меня такой же вопрос. Я тоже, вот, мне так хочется что-то сделать. Я не знаю, кричать, вопить, я не знаю что. Но я не понимаю, что можно сделать. Знаешь? И вот, наверное, так на цыпочках тихо сохранять, по крайней мере, все, что есть. Так. Смотри, вот за это время, за последние вот эти какие-то просто страшнейшие, на мой взгляд, на моем веку, эти два года просто какие-то ужасные. Не ужасные со всех точек зрения, но самое главное, что произошло вот это вот какое-то ужасное разделение на свой чужой, на поклонный болотный, на наш Крым, ваш Крым. И самое страшное, что вот мы наблюдаем все, да, за последнее время, что вот это разделение, вот эта конфронтация, вот эта нетерпимость, она происходит и внутри, скажем так, даже одного круга людей, да, даже вот, казалось бы, той самой, либеральной вот нашей такой фейсбучной тусовки, даже там внутри этого все очень сильно поляризировалось. А вот с тобой была ситуация, когда на тебя все ополчились, наехали за твою поддержку Путина. Недавно была ситуация с доктором Лизой, который... То есть это была адская ситуация, ужасная. Просто я не поняла, когда я читала посты в Фейсбуке людей, которые, как казалось бы, ты вроде разделяешь с ними взгляды. И более того, это умные люди, которые понимают как бы степень необходимого компромисса в этой ситуации. И вот эта агрессивная нетерпимость, понимаешь, так вот походу там пошел, написал пост в Фейсбуке, знаешь, там про человека, который каждый день вот просто Лиза отрывает одно написала, место. Что если бы вот эти люди, которые ей вменяют это в вину, перевезли бы несколько детей, то, может быть, и стоило вступать с ними в диалог. А так она... С да, я сейчас не про Лизу. Лиза, ну, то есть ей даже не надо было объяснять это. То есть, вообще, мне кажется, даже не надо было бы, может быть, там отвечать на все эти выпады. Я про уровень и степень нетерпимости, который даже внутри, казалось бы, ну, людей, которые должны чувствовать там локоть друг друга, понимаешь, и которых, не так много, ну, как там, знаешь, максимум, как нам говорят, 15%, понимаешь, там 16%. Вот... Ты вот тоже с мне этим... кажется, что это просто... Что делать-то на всем? Наружу. Мне кажется, это всегда вообще данность человека, в принципе. Это просто вдруг стало... Может быть, это неплохо?
То есть все мы не... вдруг поняли. Кто есть кто, ты это. Нет, никто есть или... кто. Нет. Ну что у каждого, что нельзя так взять и замазать черным, белым. Что, может быть, вся эта ситуация, вот то, что со мной произошло, то, что произошло с Лизой, то, что происходит там ежесекундно, все эти баталии, битвы внутри людей, в принципе, одинаково думающих. Да. Может быть, это возможность нам всем понять, что вся ситуация, она намного сложнее устроена, и в какой-то момент очнуться и перестать клеймить. Ну вот я все тоже, знаешь, я все думаю, а когда мы все очнемся? Потому что, знаешь, чем дальше, ну, тем все как-то ужас, хуже становится. Вот у меня... Вот я готовилась к программе, у меня будет еще Таня Лазарева. Я прочитала ее пост после смерти Немцова. И у нее основная мысль была, говорит, ребята, давайте, ну, все как-то встряхнемся. Ну, что же мы все так разобщены, настолько мы все друг с другом там чем-то, не знаю, там, меряемся, друг друга обижаем, вот так вот не задумываясь. Может быть, эта ситуация уже должна нас как-то, знаешь. И опять же, ничего не случилось, знаешь. Вот я просто... Я очень Может стараюсь. Быть, нет, они, не, как бы нет единой такой подлинной цели у всех. Может быть, они пока все так фрагментарно где-то светятся, но не собраны в единую, поэтому... Кто знает, не знаю, но... Ну, вот у меня иногда такое бывает внутри, что хочется прям встряхнуть всех, знаешь, сказать, ребята, ну что, посмотрите по сторонам, ну мы куда? Ну правда, вот куда мы, понимаешь? Думающие, нормальные, которые ходят в театр, читают книжки, понимаешь? И... вот ты когда-то в интервью Познеру сказала о том, что ты никогда не хотела бы уезжать, но ты не знаешь, что может быть через несколько лет, да? Интервью Познеру было несколько лет назад. Поменялось ли что-то? Бывает ли вот этот посыл куда-то взять, плюнуть, бросить, уехать, в конце концов, в безопасную, комфортную жизнь, у тебя трое детей, и понятно, что ты не можешь об этом не думать. Он периодически, естественно, всплывает и длится уже очень много лет. По-моему, с первой моей поездки в Германию, когда у нас был обмен студентов, вдруг... рисуется. И я даже пробовала это в своей жизни, но у меня не получилось. Потому что всегда что-то такое вдруг манит на родине, яркое, звонкое. И я возвращалась, и я окуналась. Сейчас что манит? Сейчас манит, наверное, такое понимание, что... Как я от этого отделаюсь, даже живя где-то там с видом на лужайку, что я уже не отделаюсь от этого. Я все равно буду читать новости. Я не смогу, имея такой градус и творчество, и фонде, и нужности себя. Наверное, это очень пошло и высокопарно звучит, но возможности себя приложить, возможности почувствовать себя, быть нужной. Приехать в чужую страну, в роль просителя в любом случае. Никто не будет меня там воспринимать как достойную, конкурирующую единицу. Это в любом случае будет мой побег. Мой побег от сложностей. Сложные времена сегодня. Да, иногда мне кажется, все, я готова на этот побег от сложностей, все, я больше не могу. Но как-то проходит время, ты понимаешь, да, сложности. Ну да, сложности. Это родина. Слушай, вот только сегодня, когда, опять же, думала про этот вопрос, ну и понятно, через себя все пропускаешь, да? Я первый раз себе ответила явно, ясно для себя, почему я не готова уезжать. Потому что вот мне кажется, что сейчас родина моя, она
тяжело больна, знаешь. И вот как бы тебе тяжело не было с больным, там, я не знаю, ребенком и так далее, но ты не можешь его бросить. Потому что это будет предательство по отношению... И ты должен быть здесь, и все, что от тебя зависит, что ты можешь... Мы говорим все-таки о сегодняшней ситуации, да? Да, о сегодняшней. И вот пока есть возможность балансировать, да. Мы... Правда, я не знаю, что будет завтра, послезавтра. Я тоже. Но вот если завтра, момент... послезавтра, мне... я пойму, что это правда. Нет никакого будущего, никакой надежды. Войдет во все сферы. Я не смогу помогать, я не смогу играть в театре. Я не смогу говорить детей, дома которые... то, о чем я думаю, да. Но при этом я ни в коем случае не обвиняю, не осуждаю тех людей, которые уехали. Нет, это вот я только про себя. Я тоже... Угу. И даже некоторых я прям условно благословляю. Я понимаю, что у них есть все шансы там открыться где-то, найти свое место. Уже завершается программа. У меня же зрители не простят все равно, если не задам тебе вопрос, это как актрисе. Какие ваши планы? Ты знаешь, нет. Знаешь, это тоже будет ужасно банальный вопрос, но мне, я поняла, что мне это интересно. Я должна себя спросить. Вот есть ли роль мечты? Ну, не абстрактные, вот я бы хотела такое, а вот конкретно. Не знаю, хотела бы сыграть вот такую героиню. Или... Вот есть такое? О чем вот ты, не знаю, всегда мечтала? Или там, не знаю, ты сказала, вот тебе загадай желание, связанное с твоей деятельностью творческой. Нет, у меня не было ее никогда. Никогда, да? У меня то было в 15, с 14 до где-то до 20 лет, у меня была мания все знать и сыграть Жанну д'Арк. Вот прям все, вот все микроскопически, весь ее путь, все там, что было написано на этом колпаке, когда сжигали, все флаги я перерисовывала, все эти белые лилии, все. Вот все, я была прям, рисовала карты. Потом поняла, когда я уже училась в театральном институте, поняла, что это так скучно. Как бы в том разрезе, в котором я это видела в детстве или в подростковом возрасте, так скучно, играть вообще нечего. Так, ну, может быть, мучение на костре, а вот так, в принципе, вот такую героиню, которая ведет. Поэтому у меня нет роли мечты. Нет. Когда у меня что-то такое появляется, я все время впихиваю это в какую-нибудь другую роль, вообще не имеющую к этому отношения. Я... приспособленец в этом смысле, в профессии я... всегда найду что-нибудь. Ну, и последний вопрос. Я, честно, ничего не знала, тоже прочитала об этом, когда готовилась. Спектакль, который вы сделали по Цветаевой и Ахмадулиной, и который практически, я так понимаю, не играется в Москве, а играется в регионах. То есть вот вопрос был об этом. А почему в Москве? Мне кажется, что поэзия сейчас, особенно, знаешь, этих двух женщин сейчас прям очень актуально могла звучать. Мы играли в Москве, мы играли в Театре Современника. Долго, давно? Ну, то есть вот когда я, например, сегодня залезла, поняла, что я не могу. Ну, мы как-нибудь найти. Сыграем в Москве обязательно. А так он играется как антреприза по регионам или как? Или он где-то? Или как вообще? Почему? Да, как антреприза, но это к антрепризе не имеет значения, потому что все-таки антреприза подразумевает там, собой какое-то такое легкое или нелегкое, но, по крайней мере, удерживающее внимание зрителей действия. У нас же сделано все наоборот, чтобы это внимание удерживало, чтобы зритель, да, чтобы зритель сам удерживался. Чтобы не мы его удерживали, а чтобы он сам работал, сам старался туда проникнуть. И играть в регионах для меня лично очень важно, потому что это такой серьезный разговор, это правда очень серьезный разговор. На сцене ничего не происходит, только текст, который величайший, актуальнейший, да, просто невозможнейший, очень важный мне сегодня, и Вике, и Полине, это музыканты, с которыми я работаю, важный, вот важнейший. Традиционно в моей программе есть две вещи. Первое, я даю подписку на телеканал «Дождь». Если она у тебя есть, вдруг ты можешь ее подарить. Прекрасно. Кому угодно. Вот. Но есть вторая традиционная. Да. Я всегда стараюсь программу использовать все-таки еще в интересах канала. Скажи, пожалуйста, вот этот проект Цветаева-Ахмадулина, он может быть снят, условно, вот в небольшой студии и снят? И с тем, чтобы мы могли это показать. Теоретически, да. Теоретически. Практически я должна, конечно, тоже это отслеживать, потому что так как все рассчитано на энергетически на большой зал, просто чтобы тут не... не получить энергию. Его надо снять правильно, нужно это делать, наверное, с режиссером. С режиссером.
Но телевидение. Я делаю вам предложение, вы обсудите да, с девчонками. Было бы прекрасно, да. Потому что, нет, смотри, мы можем даже теоретически снять, конечно, и где-то в театре. Для нас это все дороже, сложнее, там, геморройнее. Но если это возможно сделать здесь, взяв режиссера, то мы... Я с большим удовольствием. Да, спасибо большое. Это надо подумать. У меня это? Очень хороший опыт таких предложений в эфире, потому что они, как правило, дальше заканчиваются обязательно каким-то проектом. Так что поговори, ну, потому что мы то, что можем, вообще театральные постановки стараемся снимать и показывать, ну, те, которые мы можем позволить себе с точки зрения там, объема студии и так далее. То есть стараемся. Давай тогда мы поговорим с режиссером. Да. И подумаем, как это сделать. Чулпан, спасибо тебе большое. Я желаю вам в студии, чтобы ничего не валилось, и сегодняшний почин оказался счастливым. Спасибо большое.